Соборлись соблазны забыли. Верунахе на гарку лево, ула москуни лишь дыроли, сада харче мосу лево. Ула москуни лишь дыроли, сада Приветствую всех подписчиков канала «Пламя». В первую очередь хочу выразить благодарность Олегу Михайловичу за его познавательный и очень поучительный канал, благодаря которому я решился собрать мангальный комплекс. Коротко о себе. Меня зовут Теймураз, я из Грузии, города Тбилиси. По образованию инженер, строитель мостов и тоннелей, но в жизни не положил ни одного кирпича до сих пор. Представляю вам мангальный комплекс Акаки. Комплекс Акаки был назван в честь владельца этого дома, моего друга, который любезно согласился проспонсировать меня на это дело. А сейчас представлю вам его ближе. Комплекс состоит из трех частей: коптильной камеры, самого мангала и печки под казан, совмещенной с тандыром, или по-нашему по-грузински с тоннель. У коптилки есть терморегулятор, выключатели. Также коптилку я оборудовал снизу, снутри, керамогранитом, чтобы было удобнее чистить. Есть отверстие для полочек. Значит, слева установлена спираль 1 кВт, которая прогревает за 15-10 минут ее до 50-60 градусов. Справа приточный канал из печки, который при нагреве печки 200 градусов за 10-15 минут тоже греет эту коптилку до 80 градусов. Поэтому я отказался от установки печки под саму коптилку. Все-таки у нас здесь Грузия, за бортом 35, и зимой не бывает ниже нуля. Также приточный канал с вентилятором для сушки фактически и задвижка, закрывающая приточный канал из печки. В комплексе можно и холодное коптить, и горячее, и заниматься сушкой. Дверь металлопластмасс. Очень надеюсь, что выдержит. Хотели алюминий, но немножко бюджетно. Столешница оборудована из керамогранита. Так. Мангальный комплекс стандартный, согласно всем расчетам Олега Михайловича. Есть свет, сейчас включим. Лампочки я установил две для симметрии. Также обточено перекрытие, фактически тройной зуб. Вот конус, сечение 27/27. Тяга отличная, проверили, даже при ветре работает.
одной из сторон, чтобы не закручивало бы очень. Перекрытие от печки в дымоход решили углубить, чтобы все время не торчало. Внизу дровник и два отсека были перекрыты дверьми. Переходим к печке. Печка диаметром 60, чугунная плита. Немножко неординарное решение. Я внутри поставил угольники, и эти железки, они съемные. На них ставится колосник, и получаем второй уровень для розжига дров, для казана. Казан у нас 12-литровый. Садится шикарно, работает отлично, проверено в деле. Все дверки оборудованы коробом из нержавеющей стали и термометр. Вчера жарили поросенка, это было супер. Значит, на постройку всего комплекса у меня ушло 2750 кирпичей. Из них 350 шамотных, остались 2 кирпича всего. И вот 10 штук клинкерного. Кирпич наш грузинский, были выселы. С выселами я разобрался лимонной кислотой, просмотрел на ютубе, 100 грамм на литр, работает шикарно. Что еще сказать, на постройку ушло 4 месяца. Полмесяца на сбор материалов, на дизайн, на расчеты и все такое. Полтора месяца на постройку самой веранды. И 2 месяца ушло на сам мангальный комплекс. Цемента на мангальный комплекс ушло где-то тычков 10. И труба там еще 3,20, так что... Этот клинкерный кирпич много цемента забирает в себя. Был поставлен на 10-миллиметровый шов. В общем, так первый раз я собрал мангальный комплекс. Большое спасибо за просмотр. Большое спасибо Олегу Михайловичу за его поучительные видеоролики.